Всем привет, ребята! С вами я, Нурай. Я являюсь финалистом программы VLOGS 2023-2024 учебного года. И сегодня у нас официально начинается влог поездки в Америку. Я так спешу, потому что у нас сейчас в три уже карус. Мы сначала поедем в Атырау, потом у нас будет вылет из Атырау в Алматы завтра утром. Время сейчас 14:00, ровно 2 часа. Да. Короче, I'm so excited. Вот, сейчас я вам покажу свой багаж. Так вот выглядит мой багаж. Купила такой вот чехол. Это моя сумка. И еще у меня есть с собой рюкзак. На этом вот все. Всем добрый вечер. Я только что приняла душ, поэтому мои волосы такие пышные стоят. Вот, сейчас я хочу выпрямить свои волосы и душ. Вот. Сейчас время 23:40. У нас уже завтра вылет в Алмату, поэтому вообще не было времени снимать все, потому что у нас были дела, очень срочные дела, которые нужно было закончить. Еще, ребят, вот так встретимся завтра. Завтра уже такой день X. Всем привет, ребята! Мы уже в отеле. Хожу. Нет, я сейчас на переднюю снимаю камеру. Время сейчас у нас 17:04. Я только заселилась в отель. Я сейчас вам покажу рум-тур. Покажу вам рум-тур. Здесь у нас такая гардеробная, халат и все другие вещи. Это у нас ванная комната. Вот я, собственно. Вот. Ванная комната и санузел. Все, закрываем. Дальше вот у нас такой красивый рум. Здесь такое большое зеркало. Здесь такая небольшая. Здесь такие кровати. Аруна, передай привет. 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 Вот, собственно, моя кровать. Мы пока что с Аруной. Я не знаю, кто-то придет, нет. Ну, вот такой вот вид из окна. В принципе, он слайдостер. А у нас сейчас в 6 будет ужин. И тогда мы должны уже спуститься. У нас сейчас ужин, потом будет торт. Данный торт. Привет, это Рамина. Всем привет. Мы сейчас сидим в конференц-зале Самрук. Вот, сейчас нам, наверное, будут выдавать долгожданные футболки. Вот, так что вы это видите. Кайс, всем привет. Сейчас у нас время вроде 9 часов вечера. О май гад, просто мы получили вообще весь наш, всю информацию. У нас есть 1.5 часа, чтобы наконец-то собрать наш чемодан и сделать кое-какие дела. Потом мы уже 10:30 выезжаем из отеля в аэропорт Алматы. Вот. Сейчас я поднимаю свой номер. Мы успешно сделали регистрацию до Германии. Вот. Окей, у меня есть футболка. Мы должны ее примерить. Вот, мы должны потом взвесить наш багаж. Вот. Вот я надела футболку. Это все выглядит вот так вот. Вот, слаймсная футболка. Мы типа готовы. Вот, привет, Должан. Привет. Привет, Аруна. Вы сказали, он вот сюда должен быть там. Вот, это мой ручная кладь и багаж. Так что, слайдостер. Наш way to USA, короче, начинается. Короче, слай.
Казыр аэропортка кетемс. Мы уже стоим. Вот, сейчас мы уже будем выезжать. Привет! Мы сейчас, короче, не репаратрик поеду. Автобус, ладно. Last day in Kazakhstan, короче. Все. Мы сейчас уже приехали в Эмиджи. Тут есть duty free, тут все, Starbucks. Вот все здесь есть, в принципе. Бай, я взяла обычный чай. И мы сейчас в duty free. Здесь очень классно. Вот. Где Нурай? Я хочу показать. Да, вот. Soldiers. Вот так. Все, мы идем на посадку. Мы уже взлетели, и нам выдали такие сэндвичи. Вот. Это мой. Вот. Вот нам что дают на завтрак. Булочка, тут еще презенции. Тут помидоры, огурцы и сыр. Тут такая фрукты нарезанные. Здесь у нас яичница. Это завтрак у нас. И я взяла обычный черный чай. Приятного аппетита. Всем привет. Еще раз мы сейчас идем куда? Посадка контроля, кажется. Да. Пока же нет, они куда-то пошли. Еще. Потом погуляем детей. Мне кажется, у нас вообще не будет. Вот. Моя ушибка. Без полета. Поэтому мы сели на свои места. Наш первый вид с Вашингтона. Тут очень влажный климат, прям такой влажный-влажный. В Казахстане довольно-таки сухой. Слой. Нам уж там раздают. Легенд. Да. Мы сидим, короче. Там, где сидели все. Ники Рилков. Кто еще? Хондерман. Ой, прости. Еще раз одинаковые номера. Мы вместе. США, да, мы попали в одну комнату. Сейчас нам будет это вот эти шоты. Айс, нам принесли пиццу. Пицца кельтек. Уснакачимес. Вот. Тоже она кельт. Минтрум. Ребята, мы сейчас уже лежим. Время почти 9 часов вечера. Нам нужно завтра Буэрса встать в 4 утра. И мы поедем уже тогда в аэропорт. А нам нужно выспаться, потому что, ну, после долгих полетов нужен большой отдых. Так что, да, встретимся уже в аэропорту. Goodbye. Мы уже уходим из нашего отеля. Вернемся Алабни, конечно. Вернемся Алабни, конечно. Ребята, всем привет. Мы сейчас в аэропорту. Взяли Starbucks. Алиса, привет. Вот. Мы сейчас вместе с ней будем лететь в Хьюстон. Салай дальше. Меня встретит там уже в семье. Мы уедем по разным сторонам. Вот так вот. Салай. Ребята, мы уже в Хьюстоне. Say hi! Идем забирать свой багаж. И потом у меня будет встреча с Хосом. Вот так. Peace!
Очень красиво. Мы подходим. Это я уже наконец-то в своем руме. Сейчас вам покажу рум-ту. Окей. По сути, тут все ходят этим, но я решила снять. Тут, короче, книжная полка. Это то, что мне приготовила семья. Тут снеки есть, шампунь, анау-манау, крем, гель для душа, снэк. Еще раз снэк. Тут ноутс, тут тетрадка еще такая большая. Тут я, собственно. Я сейчас очень устала, мне нужно еще это разобрать. Нам это дали в аэропорту. Look at this. Это моя кровать. Эти полки. Сейчас буду разбирать свой чемодан. Guys, всем спасибо за просмотр. Мой влог уже заканчивается, я уже у себя дома, прошел один день, я чувствую себя хорошо здесь, поэтому, ребята, если вам интересно, то обязательно пишите, поставьте лайк, и всем спасибо еще раз за просмотр, не забудьте подписаться на меня в социальных сетях, таких как Instagram, TikTok, и, конечно же, подпишитесь на мой YouTube-канал, ставьте лайк, напишите комментарии, всем спасибо, до новых встреч, ждите новые видео, влоги. Вот так вот. Скоро будет очень много интересного. Пока!